Здорово, братан! Привет! Я был на трех концертах, я все знаю, как надо отвечать. Ах, вот так вот надо. Понятно, да, круто. Как зовут? Меня зовут Торнике. Фамилия еще сложнее. Квитатиани. Торнике Квитатиани. Вы итальянец? Квитатиани. Почти. Мингрелец. Грузин. Грузин. Да. Это почти, да, да. Мне 24 года. Класс. Я из Москвы, родом из Грузии. Класс. Ясное дело. Вот интересно, что... Только мы, грузины, можем все. Да, это правда. Конечно. Поэтому я Беланидзе. А я Гагаридзе. Да. Нет, по мне течет грузинская кровь, если так, на всякий случай. Почему вы меня мучили? Я вас? Да, ну... А я вообще не ожидала, что Дима повернется. Это подстава, знаете, на самом деле. Я пыталась его обмануть. А он повторит, что я не хрюшка. Думайте, как хотите. Я делаю свое дело. Мы вас поздравляем. Спасибо, Григорий. С успешным началом. Выбирайте себе, пожалуйста, наставника. Коллеги, извините, вы самого главного еще не знаете. А Торнике, будучи человеком очень скромным и воспитанным, вам об этом не сказал. Торнике является членом сборной России по вольной борьбе. Олимпийской сборной России по вольной борьбе. Мы почувствовали с тобой. Мы просто, мы с Димой несли факел. Мы как факелоносцы повернулись, видимо. Не знали даже. В последний момент. Так что те, кто повернулись, сделали очень правильно. Я смотрел все 4 сезона. Знаю каждого буквально. И когда я смотрел, ой, не знаю, кому пойти, я сижу такой на диване дома, думаю, что он говорит, не знает. И у меня сейчас то же самое просто. Я тоже не знаю, кому идти. Эх. Но он просто... вторым повернулся. Я считаю, что у нас с вами получится отличный тандем. Иди уже, девушка у нас одна, красивая. Ну что ты... По-нашему, по-кавказски. Дмитрий Билан. Ты тоже настоящий, а? Спасибо. Мне даже не помогла грузинская кровь. Хороший парень.